Доброго времени суток. Вот решил сделать еще такое небольшое видео. Речь пойдет здесь о том, как можно, допустим, перевести акапеллу на иностранном языке из речи в текст. Для того, чтобы понять, о чем в ней там поется, говорится, и дать, допустим, своему треку нормальное, адекватное название. Так как я, допустим, вот с иностранными языками вообще не дружу, и обращаться к кому-то там, кто понимает в английском или еще в каком-то языке, у меня знакомых, в принципе, таких нет. Вот когда беру акапеллу, сталкиваюсь с такой проблемой, что как вот ее назвать? Надо искать, надо кого-то просить. Нашел такой вот, как по мне, замечательный сервис, который просто переводит и... Общее понятие уже есть, о чем поется здесь в этой акапелле. И из этого перевода потом можно выбрать какой-то вариант для названия своего трека. Как это делается? Ну, вот здесь можно выбрать, какой вас интересует язык. Вот этим всем я не пользуюсь. Сразу хочу сказать, что у меня эта программа работает в Chrome нормально, в Opera почему-то не работает. Пользуюсь я наушниками, подключенными по USB. Также можно подключить, допустим, микрофон и микрофон поднести к колонке, запустить программу. Программа начнет переводить из речевого файла в текст. Я же просто беру у меня микрофон на наушниках, и этот микрофон я просто подставляю к другому наушнику, делаю погромче, запускаю воспроизведение акапеллы, и у меня начинает эта программа переводить. Ну, давайте я покажу, как я делаю. В общем, сейчас я свой микрофон с наушников приставлю к другому наушнику и сделаю погромче, запущу воспроизведение и посмотрим, что получается. Ну вот, в общем, получился вот такой вот перевод. Потом я это копирую. Захожу в переводчик. Вставляю. И вот теперь вот здесь вот из этих вот предложений можно выбрать какое-то из них для названия своего трека. Просто мальчик, без понятия, я не виноват. Просто боюсь, ты играешь, дай мне знак. Ну вот, в общем, вот такой вот, как по мне, замечательный сервис, который мне помогает в этом деле. Я теперь без проблем могу там и на немецком языке акапеллу использовать. Да, наверное, я не знаю, там и китайский есть, и разные языки. В общем, вот такое вот короткое видео. Может, кому-то пригодится, как и мне. Можете пользоваться. Тут все очень просто. Как я показал, рассказал. Если у вас такие же проблемы, как у меня с иностранными языками, то этот сервис вам в помощь. Всего хорошего. До новых встреч.